Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и это моды по игре Spin Tires. Давайте посмотрим, это Mongo Haste. Так, что мы можем знать о Mongo Haste? Mongo Haste это такой настоящий трак, просто апокалиптический. В общем, это из фильма Fast Five. Если вы смотрели, конечно, такой фильм, там кто забыл, в начале фильма был главным героем удалось украсть этот автомобиль с поезда. В общем, на этом автомобиле нельзя кататься по мультиплееру. Достижения, естественно, тоже не работают. Какие же у него есть модули? Так. Нету никаких модулей. Прицеп. Платформа с краном. Давайте посмотрим на различные колесики. Даже двойные есть. Давай. О, вообще. Давайте поедем на таких колесиках. И возьмем прицеп роспуск. Прокатимся мы на такой жести. А куда мы прокатимся? Мы прокатимся на лесоповал. Ну, давай посмотрим. Что ты можешь? Ну, это зло, конечно, вообще. Это просто собрали такую интереснейшую машинку, которая просто душит. Заменяется она за место зелка. Модель имеет собственные звуки работы двигателя, как вы, наверное, уже услышали. Модель имеет анимацию подвески. Вот смотрите, как классно прыгает подвеска, да? То есть, если мы там забираемся в какую-то гору, ее колбасит. Вот, смотрите, пружины, амортизаторы, все как надо. Ну, прицеп, понятно, старый, кран есть. Колеса такие очень интересные. И машинка спокойно преодолевает различные участки грязи. Модель имеет собственную комплектацию, как вы заметили. Есть колеса, есть двойные колеса, есть шассики, есть какие-то высокие колеса. Также на нее можно поставить кран, можно поставить еще что-то. И все. Что еще? Модель имеет работу дополнительных функций. Дополнительные функции — это, скорее всего, то, что стрела, вращение захвата, это что такое? А, ну это понятно. Захват, но это все стандартно, это уже было. Что еще? Запас прочности составляет этой машинки 500, топливо 300. Расход топлива может достигнуть у этой машинки около 59 литров в минуту. Так, модель также может осуществлять транспортировку груза. Сейчас я этим и хочу заняться, попробовать. Единственное, что жалко, нету человечка, который крутил бы баранку. Так. Поехали. Кстати, я уже забыл немножечко. Я забыл. Фары у нас включаются буквой H. И что посмотрим мы? А, у него только две фары впереди. Еще хуже с этим. Вообще фары не светят. Ну, в общем-то, фары, конечно же, не светят. С этим здесь беда. Ладно, поедем дальше. Все мотается, подвесочка работает. Он без всяких затруднений преодолевает Различную грязюку. Что-то мне кажется, он еще может перевернуться. Посмотрим. Мне вот самая интересная карта — это широкая река, в которую мы играем. Потому что здесь есть очень интересная река, в которой посмотреть вообще, что будет. Ну, кайси на повышенный. Как мы поедем? Побыстрее вроде должны немножко. Ну, то есть, трудности у данной модели с двойными колесами. По грязи никаких не должно быть совершенно. Так. А мы отсюда проедем, интересно. Сейчас посмотрим, как сможет ломать елочки. Если, конечно, это надо будет. Два урона, но это не совсем много. Так, как мы... Мы сейчас повернем направо. Если у нас это получится. Ветки для нас не проблема. И потихоньку мы уже будем
продвигаться к лесопилочке. Хоба, 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 хоба. Эх, эх. Неплохо урона дал. 42. Такой... работа двигателя такая размерная. Он просто едет. Просто едет. Не нужно мучиться, париться. Он даже не совсем пыхтит. Он только совсем там что-то бум-бум-бум делает. А так он просто едет. Он просто едет. Тара-дара. Кстати, я же на этой платформе, по-моему, лес не смогу провести. Точно не знаю. Но не смогу, так не смогу. Что поделать? Опа! Что, он немного даже немножко что-то и замучился? А нет, он проедет. Он спокойно проедет. Давайте повышенную еще втопим. Чтобы он вообще... Ох ты, подпрыгивает. Это не как КамАЗ, который после прыжка сразу все у него ломается. Здесь, конечно, немножко по-другому с этой моделью. Эта модель по виду так и выглядит, так и просит бездорожье. Сейчас куда я еду, я вообще не понимаю. Но до лесопилки я, походу, дело не доеду. Потому что я еду с прицепом по каким-то лесам. Ух ты, ёшкин. Да нет, и чё, это что-то немножко как-то жестенько. Но зато он забирается хоть куда. Походу, мы приехали. Мы приехали. Че, реально, что ли? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, ну что мы сделаем? Что мы сделаем? Мы привяжем трос. Давай, давай. Тихо, 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 тихо. Блин, а теперь я не могу выехать. Вот, 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 вот. Давай, давай, давай. Ну все, мы сейчас вообще застрянем. Конкретно. Мы сейчас застрянем. А может и нет. Мы выезжаем каким-то образом вообще. Непонятно для меня. Ну же, прицеп, да, там? Прицеп. Ну же. Так, функции. Функции. Отцепляем прицеп к чертовой матери. И едем сами. И едем. Хана просто. Поплыли. Да. Да. Все? Мы приплыли? Мы приплыли. Все? Это все. Это все. На-на-на-ра-на-на-на. Приехали, называется. Так, посмотрим, у него еще какие есть. А это что такое за дюды? Лол! Мы поставили сюда водителя. Это очень круто. Так, мы убираем платформу с краном. MongoBet. MongoBet 2. Ага. А еще у него есть MongoBet 2. Вот такой вот. Вот такой вот. Теперь интересно проверить специальные колеса. Вот они какие. Вот они какие. Я не знаю, получится ли у нас еще раз проехать. Но у нас теперь другая комплектация машины. Наш невосик. Наш невосик. А почему он не едет? Почему ты не едешь? Все, едет. Воу!
этих колесах, по-моему, вообще жара. С водилы. Он, правда, руль не крутит. Ну и ладно. Лебедку, лебедку, лебедку. Так, так. Колесо вправо автоматом. И погнали, погнали. О-о-о, мы везем Нивосик. Мы везем Нивосик. На повышенных. Просто поехали, Нивос там вообще просто потеет. Наша задача провести Нивос через недры грязи. Ну, а было бы просто мост оторвался бы после таких дерганий. Ладно, мы доедем. Но эти колеса вообще, конечно, намного выше. Ну и, считай, с Нивосом намного помедленнее. Они же, по-моему, проскальзывают в грязи. Водила. Водила тут едет. Рулем, правда, не крутит. Но зато есть водила. Ох, как мотает. Как мотает машину. Грязь опять. Фу. Ну, мне кажется, на этих колесах можно даже устраивать какие-то прыжки. Можно даже устраивать прыжки. Давай, 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 давай. Давай. О, сейчас перевернется него. Нет, едет. Автоколеса стоят. Каким-то образом подкручивает. Ну что, возьмешь? Повышенную. Нет, все, подустал. Поехали. О, у него уж весь передок в грязи. Ладно, мы еще, если получится, вот по водичке покатаем Нивос. Я так понял, этой постапокалиптической, апокалиптической, не могу выговорить это слово дурацкое. Вообще по барабану где ездить. А вот Ниве нет. Внимание, наносится урон от воды. Все нормально. Зато помыли, видите, Ниву помыли. Так, камни по подвеской. Под подвеской Нивы. Так, так, так. У нас даже ни одного урона нету. Вот эта машина. Ну-ка, а что будет, если мы поедем вот так вот? Вот таким вот образом. Вытянешь, нет, Нивоста. Бедную Ниву колбасит. Вот такой вот, такой серьезный водитель сидит. О-о-о, все. Нива приехала. Нива, вставай на ноги. Нива, друг, вставай. Вставай, пока можешь. Ну, это мы везем так. По-конкретному везем. Блин, надо как-то... Надо как-то... Ладно, все ясно с этой Нивой. Прощай. Мы теперь проверим без Нивы. Ходовочку. Вот так вот еще не получится, да? Не получилось. Вот так вот. Поехали. Все-таки полегче нам теперь стало. Ух, как колбасить сразу начинает. Сколько водички. Ну нормально, теперь она просто летит. Просто летит. Так, что? Мы вообще не туда поехали. Ё-моё, блин. Вот это я дал. Мы не туда поехали. Разворотину умеешь делать? Да, с такими колясами только разворачиваться. Ну, моделька реально качественная. 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 Так, так, так. Нам теперь правее. Мне все интересно, по воде-то она сможет проехать или нет? Эх, что-то на повышенное немного мучается, а потом вроде ее разносит и нормально. Но для нее вот эта грязь, это вообще ничто. Спокойно, спокойно едет, не мучается. Даже урон не получает вот при таких вот прикосновениях, потому что колеса большие и... Самое главное, что ходовка вообще мощная. Работает как надо, пружинит как надо. Только не забывай поворачивать. Так, так, так. Так, 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 выезжаем.
Выезжаем на финишную прямую, как я понял. Давай посмотрим, что ты сможешь. Опа. Здесь грязюка неплохая. Но нет, у нее даже полколеса не валяется в грязи. Вот это жесть. Мы выезжаем на ту самую жесть. Так. И поехали. Просто как мужик давай по воде через островки. Все-все, разогнался, давай. Давай на островок один. Потом на островок 2. Получится, нет? Все, пошла. Пошла жаровня. Там, видать, вообще глубоко было, где там через леса какие-то. Внимание, урон воды, да? Че, опять все? Двигатель заглох. Все. В общем, на ней очень тяжеловато ездить по воде. Ну ладно, вы посмотрели на машину Mongo Heist. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.